Привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Готовим с огоньком». Сегодня мы начнем создавать предновогоднее настроение. Приготовим салат-бычок – символ наступающего 2021 года. Возможно, многие знают рецепт этого салата, но сегодня мы приготовим его в необычном исполнении. Для приготовления нам понадобится предварительно отваренная куриная грудка, 3 яйца, 200 грамм консервированных ананасов, майонез, 150 грамм сыра, 100 грамм грецких орехов и для украшения несколько кусочков хлеба, 2 пластика сыра, несколько маслин и пару веточек петрушки. Грудку нарезаем кусочками. Ананасы режем кубиками. Яйца и сыр натираем на терке. Орехи измельчаем. Первым слоем нашего салата будет отваренная грудка. Нарезанные кусочки можно выложить сразу на блюдо и сверху смазать майонезом. Но для того, чтобы курица не была суховатой, я предварительно перемешиваю ее с майонезом. Выкладываем курицу и придаем форму будущего салата. Далее нарезанный ананас, затем яйца, смазываем майонезом. Последним слоем будет сыр. Им покрываем со всех сторон, чтобы наш салат стал золотистым. Далее украшаем. Контур носа будущего бычка выделяю измельченным орехом. Рожки вырезаю из сыра. Затем из хлеба, используя сыр как трафарет. Не бойтесь импровизировать. Можно сделать их, например, сырные или только из хлеба. Ушки у бычка тоже будут из кусочков хлеба. Глазки и ноздри из маслин. Thank you.
Вот такой оригинальный и аппетитный салатик у нас получился. Этот салат станет отличным украшением вашего новогоднего стола. А теперь творческий бонус от моей юной помощницы. Я бычок, и ты бычок, ложи свой кулачок. Перестань копытом бить, снова будем мы служить.